Меня зовут Юрий Спасовиковский, я являюсь персональным тренером и чемпионом мира по бодибилдингу в парах. А это Роман Санецкий, мой напарник по тренировке. Мы отвечаем на вопросы зрителей, и нас часто спрашивают, правда ли то, что накачанные мужчины, и что вообще мышцы для женщин – это отвратительно, что мы отталкиваем женщин. Что скажешь по этому поводу? Действительно, когда я начал заниматься бодибилдингом, на меня перестали обращать внимание все девушки, абсолютно полностью. Это не нужно им. Девушкам мышцы не нравятся. Поэтому мы даже проведем эксперимент, снимем футболки, вы увидите, что никогда в жизни мужчина с мышцами девушкам понравиться не может. Это безобразно, эти вздутые мышцы, вены. Мы не знаем, где найти девушек. Абсолютно. Поэтому никогда в жизни не тренируйтесь, не занимайтесь бодибилдингом, и все девушки будут ваши или наши.